В Акмолинской области в ближайшие дни ожидается переменная погода. Температура воздуха опустится до -25-30 градусов. Обещают порывистый ветер, метель. Сегодня под влиянием ложбины циклона на территории Акмолинской области сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, ожидаются местами низовая метель, туман. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Местами порывы до 23-28 метров в секунду. Температурный фон немного понизится. Ночью ожидается 10-15, местами 18 градусов мороза, днем 3-8, местами 11. С 9 февраля на территорию Акмолинской области в тылу уходящему циклону ожидается вторжение холодного арктического воздуха. Он будет сопровождаться небольшим снегом, низовой метелью, усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Температура понизится ночью до 25-30 градусов, а днем до 18-23. К концу недели ожидается понижение до 35 градусов мороза. Гололедица послужила росту числа обращений в травмпункт. За последнюю неделю за помощью обратились 230 человек. В настоящее время дорожные службы ведут работы по ОЦУ, по асфальту и тротуарам, инертным материалам. 7 числа в ночь, в 2 часа ночи в районе села Акмол два автомобиля застряли в снежных заносах и были спасены сотрудниками департамента ПЧС, извлечены. Авария была одна авария в районе города Щучинск с последующим возгоранием автомобиля. Жертв и пострадавших не было. По прогнозам Казгидромета, в течение месяца количество осадков на большей части области будет выше нормы. Во второй и третьей декадах высока вероятность гололеда и тумана. Камшат Акишев, Жансул Жинкул, Медет Кайркенов, Кокчакпарат.